2018 год объявлен в Татарстане и в Казанском федеральном университете годом Льва Толстого. По случаю 190-летнего юбилея великого писателя Льва Толстого и 275-летнего юбилея государственного деятеля и поэта Гавриила Державина в КФУ пройдет серия научно-популярного проекта «Про науку в КФУ» под названием «Ночь в Императорском». Девятая серия научно-популярного проекта «Про науку» называется «Ночь в Императорском». Она посвящена юбилею Льва Николаевича Толстого. Пройдет она 12 сентября в главном здании КФУ. В программе проекта также заявлены традиционные умные развлечения для детей и взрослых, игры, экскурсии, мастер-классы, квесты. Преподаватели Казанского федерального университета, выступая с лекциями, ответят на вопросы, почему Льву Толстому не дали Нобелевскую премию, как отдыхал писатель в молодости, каких принципов придерживался Державин и какие из экранизаций произведений Льва Толстого считаются эталонными. Там будет, как всегда, лекторий с нашими преподавателями. В этот раз у нас выступает приглашенный спикер. Это потомок Толстого Андрей Сергеевич Кочубей. Он также выступит с лекцией. Также у нас будут разные интерактивы, мастер-классы, игры, квесты, викторины и для взрослых, и для детей, и для студентов, конечно же. И пройдут также, игры будут с разными розыгрышами. Для всех желающих провести ночь в Императорском вход свободный. Начнется в 17:30, заканчиваем мы в 22:30, и я приглашаю всех на официальное открытие. Церемония состоится в 18:00 в Императорском зале. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.